Тем, кто воевал, посвятили новую выставку. Она открылась сегодня в Нововятском районе, в Музее ветеранов войны в Афганистане. На выставке представлено 1000 фотоснимков, по которым можно проследить всю историю вооруженного конфликта между Грузией и Южной Осетией. Он прошел 5 лет назад. Как сообщили организаторы выставки, все эти снимки им прислали жители Осетии. И каждому в музее прикрепили пояснительную записку. Так что посетители выставки вполне смогут обойтись без экскурсовода. Кстати, каждую фотографию можно не только посмотреть, но и подержать в руках. Если всмотреться в фотографии, видно, что вот в частности вот эти стенды рассказывают о вооружении грузинской армии, грузинской стороны, и видно, что кто стоял за решением, кто помогал принимать решения политикам, которые были в то время у власти в Грузии.